Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, мой родной Селенгинск! Сегодня нас объединило одно общее чувство, одно общее событие – день рождения Селенгинска. Мы поздравляем вас с замечательным праздником, с днем рождения нашего поселка. Селенгинск, мы тебя поздравляем, процветания и счастья желаем. Развивайся, на месте не стой, мы гордимся, поселок, тобой. Своей теплотой Селенгинск нас согревает на протяжении 59 лет. Сегодня все наполнено настроением праздника, и мы постараемся сделать так, чтобы не гасли улыбки на ваших лицах, дорогие земляки. Уже более полувека с того времени, когда было принято решение о строительстве промышленного поселка у реки Селенга. Много воды утекло за это время в Селенге. Изменилось время и общество. Сейчас Селенгинск представляет собой современный поселок с развитой инфраструктурой и сложившимися традициями. Здесь есть все для комфортной жизни. Но самое главное, здесь есть замечательные люди, имена которых навсегда останутся в летописи нашего поселка. Хлебосольный, трудолюбивый, спортивный, перспективный – это все о нашем Селенгинске. Для торжественного открытия праздничного мероприятия, посвященного дню рождения поселка Селенгинск, на сцену приглашаем главу муниципального образования городское поселение Селенгинское Владимира Николаевича Бурьян. Добрый день, уважаемые селенгинцы. Разрешите от лица администрации себя лично поздравить с 59-й годовщиной создания нашего поселка. С днем поселка, с днем города, уважаемые жители. Наша судьба нашего поселка неразрывно связана с комбинатом. И буквально на следующей неделе будет праздноваться еще один праздник – День работников лесного хозяйства. Поэтому хотелось бы поздравить работников комбината и всех тех, кто причастен к лесной отрасли, с наступающим праздником. Сегодняшний день города, он необычный.
необычен тем, что, как и впрочем, и весь этот год, который связан с пандемией, и поэтому проводим мы его в таком формате, необычном для нас, в формате онлайн. Но тем не менее, то есть, как бы мы смогли организовать и провести. Конечно, этот год был сложным для всей страны, для района, для республики, для поселка. Мы пережили с вами 2 месяца особого, скажем так, противоэпидемиологического режима, когда все наши сроки сдвинулись в праздники. Но тем не менее, то есть как бы радует тот факт, что с 1 сентября наши школьники пошли в школы, и это обнадеживает нас. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто принял активное участие и непосредственно принимал участие в том, чтобы в борьбе, скажем, с этой пандемией. Конечно, это прежде всего медицинские работники, которые смогли перенастроить свою работу и успешно бороться с коронавирусом. Хочу поблагодарить работников жилищно-коммунального хозяйства, работников сферы благоустройства, работников Селенгинского ЦКК и руководства Селенгинского ЦКК за то, что они продолжали работать в самый пик и сейчас продолжают работать, выпускать продукцию, чтобы на предприятии, таком огромном, где работает более 1600 человек, чтобы не было очагов. Все это заслуживает уважения. Я также благодарю жителей, которые отнеслись с пониманием к тем мерам, которые мы принимали в марте, апреле, мае этого года. Спасибо вам, только все вместе с вами мы смогли не допустить роста и спокойно пройти, то есть этот эпид-порог. Что хочется сказать? Конечно, все это немного сдвинуло сроки выполнения наших, скажем, планов, но наши планы осуществляются. Мы продолжаем благоустройство поселка, то есть ремонт дворовых территорий, ремонт дорог. Отремонтировали фойе КДЦ «Жемчужина». Сейчас монтируем сцену, планируем парк ветеранов отремонтировать, установить спортивную площадку. Начали ремонт дорог частного сектора, сделали объездную дорогу, частично, конечно, сколько смогли, спасибо нашим партнерам. То есть жизнь продолжается, жизнь идет. Нам удалось в этом году, одним из первых в Республике Бурятия, начать строительство домов по программе переселения из ветхого аварийного жилья, так называемый третий этап. Мы начали строительство двух домов для переселения жителей из так называемых наших 3 поросят. Все это говорит о том, что, то есть, несмотря ни на все трудности, только все вместе мы можем двигаться вперед. И мы должны. Планов у нас много. Уважаемые селенгинцы, я поздравляю вас с праздником. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья и терпения. Только все вместе, только единым фронтом у нас все будет получаться в поселке. С праздником! Thank you.
рождения поселка, это день рождения большой семьи. Славное наследство нам оставили строители. Посмотрите, какие уютные микрорайоны, какие красивые дома, как живописен наш поселок. Сегодня здесь живут дети, внуки и правнуки первостроителей. И пусть крепнет связующая нить времен, из поколения в поколение передавая бережное отношение к малой родине. История Селенгинска – это история Кабанского района, самого большого, самого богатого, самого достойного у нас в республике. Мы приглашаем на сцену главу муниципального образования Кабанский район Алексея Анатольевича Сокольникова и председателя Совета депутатов муниципального образования Кабанский район Семена Николаевича Антобоева. Уважаемые селенгинцы и гости поселка, примите самые искренние теплые поздравления с наступающим днем лесника и днем поселка, которому в этом году исполняется 59 лет. В истории это совсем короткий промежуток времени, просто миг, а для нас это несколько поколений селенгинцев. Это первый колышек на строительной площадке, это строительство нашего селенгинского ЦКК, других промышленных предприятий, строительство объектов соцкульбыта. И мы должны быть благодарны старшему поколению за их труд, за все то, что сделано для нас и без чего сложно представить нашу сегодняшнюю жизнь. Наши современники сохранили традиции старшего поколения. Муниципальное образование, городское поселение Селенгинское, предприятия, предприниматели делают большой вклад в развитие не только Кабанского района, но и всей республики Бурятии. За 59 лет были разные ситуации. Были победы, были неудачи. Но всегда находились верные решения. И сегодня поселок Селенгинск – это современный поселок городского типа с развитой инфраструктурой. Это то место, где хочется жить и работать. Строятся дома, благоустраиваются территории, делается очень многое для комфортного проживания наших жителей. Все это стало возможным благодаря слаженной работе администрации муниципального образования, руководителей предприятий, предпринимателей. Поэтому впереди яркая, насыщенная жизнь, новые планы, новые задачи. Уважаемые селенгинцы, примите наши пожелания с днем поселка. Пусть этот праздник станет точкой развития, свершения новых задач, достижения каких-то положительных результатов. Всем доброго здоровья, мира, добра и благополучия, развития и процветания муниципальному образованию. С праздником! Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые жители поселка Селенгинск, разрешите мне поздравить тоже с праздником, с днем поселка, и разрешите мне зачитать приветственный адрес. Уважаемый Владимир Николаевич, дорогие жители поселка Селенгинск, от имени администрации и Совета депутатов муниципального образования Кабанский район поздравляем вас с днем поселка. Наступающим праздником Днем Лесника. Сегодня Селенгинск – это современный поселок городского типа с развитой социальной инфраструктурой. С каждым годом к лучшему меняется облик поселка. Он становится уютнее и красивее. Строятся дома и возводятся современные объекты. Селенгинск не только один из самых молодых населенных пунктов Республики Бурятия, но и, безусловно, один из самых перспективных, крупнейших предприятий – Селенгинский ЦКК и Селенгинский завод ЖБИ стабильно держит лидерство в своих отраслях. Хорошими темпами развивается малый бизнес и предпринимательство. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас еще раз с праздником. Вы – главное богатство и достоинство поселка. Вы умеете хорошо трудиться, работать сообща, помогать и поддерживать друг друга. От души желаю вам в
впредь оставаться настоящими хозяевами своей земли, рачительными и заботливыми. Пусть всегда здравствует ваш родной Селенгинск. Пусть в каждом доме живут счастье, благополучие и радость, и свет. Уважаемые селенгинцы, разрешите выполнить почетную миссию, вручить почетную грамоту правительства Республики Бурятия Бурьяну Владимиру Николаевичу, главе муниципального образования городское поселение Селенгинское, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Бурятия. Алексей Александрович Цыренко. Годами наш поселок только хорошеет. Широкие микрорайоны и уютные скверы, красивые дома и здания. Он зеленый, солнечный, современный и стабильный. Сегодня селенгинцы благодарят генерального директора открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» Лилию Васильевну Дееву за ее вклад в процветание и обновление нашего поселка. Я от всей души поздравляю вас с Днем города. Понимаю, что здесь живут люди неравнодушные, желающие, чтобы наш замечательный, удивительно уютный и красивый поселок и дальше стал краше, чтобы здесь жили достойные люди. А это, мы понимаем, зависит от ежедневной, рутинной работы каждого из нас. Тех, кто воспитывает и учит наших детей. Тех, кто связал свою жизнь с такой благородной профессией, как врачевание. Всех тех, кто трудится на нашем комбинате и на других предприятиях города. Кто каждый день смотрит за чистотой и порядком в поселке. Я понимаю, что это город, в котором хочется уже жить. Но он будет еще краше, если мы каждый день своей целеустремленностью, своим трудолюбием, каждый день будем какую-то частичку добра, труда нести для улучшения этой территории. На праздники не приходят без подарков. И комбинат дарит на благоустройство поселка 200 тысяч рублей. Я желаю вам всем быть счастливыми, ежедневно радоваться отношениям, радоваться своей работе, радоваться успехам детей. Здоровья вам! Будьте счастливы! Best.
жители поселка, от всей души поздравляем вас с вашим праздником. Желаем вам здоровья, любви, процветания, мирного неба над головой. С днем рождения, Селенгинск! Ура! Ура! Рождения! Ура! И лучший! 2020 год. Очень сложный год не только для нашего Селенгинска, но и для всего мира. В этом году нам пришлось столкнуться с болезнью, о которой мы ничего не знали. И в первую очередь к нам на помощь пришли медицинские работники, которым было очень непросто в это время. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держали оборону от наступающей эпидемии. Лечили, спасали, предотвращали болезнь. Именно они стояли на передовой. Мы все присоединяемся к словам благодарности за их самоотверженный труд. Сурадова Оксана Михайловна, врач-инфекционист. Таракановская Елена Григорьевна, врач-инфекционист. Эрденеева Тарима Жамьяновна, врач-терапевт. Попова Виктория Сергеевна, врач-терапевт. Афанасьева Алена Викторовна, врач-терапевт. Давлеткулов Дамир Нагимович, врач-педиатр. Панова Алена Евгеньевна, врач-педиатр. Тугаринова Ольга Анатольевна, врач-педиатр. Шипунова Антонина Иннокентьевна, врач-бактериолог. Долгополова Людмила Юрьевна, врач общей практики. Жерлова Татьяна Анатольевна, старшая медицинская сестра. Шумилова Валентина Николаевна, медицинский статистик. Пяткина Юлия Александровна, медицинская сестра. Гриценко Марина Анатольевна, медицинская сестра. Титарь Анастасия Николаевна, медицинская сестра. Иванова Татьяна Петровна, медицинская сестра. Кашина Марина Александровна, медицинская сестра. Мартынова Екатерина Александровна, медицинская сестра. Разуваева Зинаида Анатольевна, медицинская сестра. Усольцева Алена Александровна, медицинская сестра. Луговская Зинаида Павловна, медицинская сестра. Конева Елена Ильинична, медицинская сестра. Михайлова Оксана Арсентьевна, медицинская сестра. Борисова Анна Петровна, медицинская сестра. Мизенина Елена Васильевна, медицинская сестра. Залуцкая Наталья Андреевна, медицинская сестра. Савинова Вера Александровна, медицинская сестра. Яблокова Виктория Викторовна, медицинская сестра. Фролова Зинаида Петровна, медицинская сестра. Бусовикова Галина Иннокентьевна, медицинская сестра. Арсланова Татьяна Викторовна, младшая медицинская сестра. Тяпокина Марина Антоновна, младшая медицинская сестра. Гусева Марина Яновна, младшая медицинская сестра. Пшеничникова Любовь Сергеевна, младшая медицинская сестра. Матвеева Елена Олеговна, младшая медицинская сестра. Султанова Наталья Николаевна, фельдшер. Петрова Елена Владимировна, фельдшер. Ерофеевская Марина Александровна, фельдшер. Фрышкина Галина Михайловна, фельдшер. Шаронова Наталья Павловна, фельдшер. Бахарева Наталья Юрьевна, фельдшер. Семигузова Ирина Николаевна, фельдшер. Заболотная Любовь Петровна, фельдшер. Муравьева Елена Геннадьевна, фельдшер. Толстихина Галина Андреевна, фельдшер. Попков Евгений Михайлович, фельдшер. Шурыгина Валентина Михайловна, фельдшер. Манькова Наталья Борисовна, фельдшер. Левченко Елена Владимировна, фельдшер. Округин Владимир Владимирович, водитель. Быков Виктор Владимирович, водитель. Быков Сергей Александрович, водитель. Пермяков Владимир Семенович, водитель. Левченко Александр Русланович, водитель. Сапунов Сергей Владимирович, водитель. Кобелев Сергей Иванович, водитель. Яковлев Сергей Иванович, водитель. Обухов Максим Олегович, водитель. Абдулазьянов Николай Гаясович, водитель. Ягодин Дмитрий Сергеевич, водитель. Павлицов Игорь Викторович, водитель. Врачам здоровью служение свято, мы все едины для
земляки. Вас поздравляет председатель Совета депутатов муниципального образования городское поселение Селенгинское Роман Валерьевич Белокрылов. Уважаемые земляки, уважаемые селенгинцы, разрешите поздравить вас с праздником, с днем рождения нашего города. Это на самом деле наш с вами общий праздник, общий для тех, кто родился и вырос в нашем поселении, для тех, кто приехал сюда учиться, работать и остался здесь. Праздник общий для тех, кто душой и телом болеет во благо нашего поселения. Сегодня было очень много сказано хороших слов в адрес Селенгинска. На самом же деле, за 59 лет от трудовой площадки до поселка городского типа, на самом деле 59 лет – это крохи. Тем не менее, вы все сегодня слышали, что сделано у нас с вами в поселении, что предстоит сделать в будущем, это еще больше, это огромная работа, которую мы с вами должны сделать. Мы вместе с вами верим в будущее нашего поселения, верим в то, что наш поселок будет только нас радовать, процветать и развиваться. Разрешите от себя лично, от лица Совета депутатов муниципального образования городское поселение Селенгинское поздравить всех жителей поселка Селенгинск, всех гостей с наступающим праздником, днем работника лесной промышленности и с праздником, с днем рождения нашего города. Пожелать всем жителям мирного неба над головой, здоровья, благополучия, удачи, счастья, ну и, конечно же, в наше время еще раз здоровья. Пожелать нашему родному поселению только процветания, и еще раз процветание. С праздником вас, селенгинцы! Дорогие мои, у нас сегодня праздник. День рождения нашего Селенгинска. Давайте его поздравим. Дорогие земляки, поздравляем вас с этим замечательным праздником, днем поселка. Желаем вам всяческих благ, конечно же, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Хочется пожелать процветания нашему поселку. Как можно больше, чтобы молодежи вливалась именно в наши ряды. И пусть таланты на нашей земле не иссякают и процветают. С днем рождения, Селенгинск! В любую погоду, в любое время работает служба обеспечения. Им ни на минуту нельзя останавливаться. И когда в Селенгинске прекратили свою работу школы и детские сады, магазины и предприятия, работники управляющих компаний наряду с медиками продолжали трудиться. Выполняя свой профессиональный долг, они сохраняли здоровье и покой жителей Селенгинска. Вот они, наши герои. Ольга Михайловна Патиюк, Галина Лазаревна Горшкова, Екатерина Эдуардовна Жарникова, управляющая компания «Гарант». Наталья Федоровна Шашина, Ирина Михайловна Большакова, Михаил Николаевич Белоголов, Ольга Владимировна Леухина, Татьяна Михайловна Соболева, Вера Александровна Курьян, управляющая компания «Жилье». Татьяна Георгиевна Горновская, Людмила Ивановна Дудченко, управляющая компания «Управдом». Алена Владимировна Владимирова, Анастасия Вячеславовна Огурешина, Петр Дионисович Соснин, Галина Георгиевна Степанова, Татьяна Анатольевна Рагиля Аббас-Кызы-Гилеева, Светлана Владимировна Котова, Леонид Иванович Фокин, Сергей Петрович Баташев, Татьяна Семеновна Алтабасова, Евгения Сергеевна Водолазова, Любовь Викторовна Леухина, управляющая компания «Уют-сервис». Дорогие работники ЖКХ, примите наше музыкальное поздравление.
какими бы они ни были трудными, продолжается. Люди все так же встречаются и радуются, трудятся и отдыхают, занимаются любимым делом. И сейчас мы чествуем селенгинцев, поистине любящих свой поселок, дом, в котором они живут. Они любят поселок не меньше, чем мы, и делают все для того, чтобы он стал еще прекраснее по благоустройству и чистоте, по культуре и благотворительности. Мы поздравляем председателей ТОСов, победителей республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Нечкин Николай Геннадьевич, ТОС «Спортивный». Быкова Ирина Борисовна, ТОС «Фортуна». Максимова Антонина Николаевна, ТОС «Южные мотивы». Филиппова Наталья Гавриловна, ТОС «Студенческий». Чернавцева Екатерина Лагантьевна, ТОС «Звездочка». Михайлова Любовь Намхаевна, ТОС «Вита». Козлов Сергей Владимирович, ТОС «Овсяное поле». Пестова Ксения Геннадьевна, ТОС «Солнечный». И особая благодарность Нетесову Владимиру Васильевичу за благоустройство улиц Березовая, Снежная и пешеходного мостика через реку Вилюйка. Ты мне приносишь слез, ах, ночь.
затянули до конца запеть. Когда-нибудь собрались мы, а в этот край наем жить, только самолетом можно долететь. А ты улетаешь, играй самолет, сердце свое сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет. Странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Oh,
рядом будем мы всегда, словно небо и вода. Мы любим наш с тобою старый город, который вечно и красивый мор. Не потому ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой. Пусть будет он всегда, как солнце светит, пусть в нем всегда растут сады и дети. Пусть каждый здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой. Мне хорошо с тобой. Остаться вечно молодым.
поселка – это день рождения всех людей, живущих в нем. У каждого из нас своя профессия, свои увлечения, свои интересы, но одно объединяет нас – все мы – жители Селенгинска. Еще раз поздравляем вас, дорогие селенгинцы, с нашим общим праздником и желаем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!